Дорогая Фаинушка, я на протяжении почти года был в тылу немцев. Прошел много районов. Видел фашиста в роли молодца, когда он издевается над мирным населением. Видел, как изверг убивает ребенка перед глазами обезумевшей матери. Как садистски насилует жену на глазах истерзанного мужа. Видел фашиста в роли овечки, когда он попадает в руки партизан. Когда он бежит, как заяц, от частей Красной Армии. Я помнил, что у меня есть жена, есть ребенок. За моей спиной советские и честные люди. Я должен их защищать. И я их защищал. Мы заставили фашистов трепетать при упоминании слова «партизан». Скоро опять пойду в тыл, в гости к фашистам. Драться буду не на жизнь, а на смерть. Жизнь я люблю безумно. Но если придется умереть, то знай, что умру честно, не посрамлю земли русской, не посрамлю своей семьи. Сыну будет что вспомнить об отце его, будет с кого взять пример».